Хорошо, друзья. Ну что, тогда не будем долго тянуть. Буквально еще пару мгновений для того, чтобы пригласить всех участников, всех друзей, всех партнеров. Сегодня вебинар, он будет короткий, то есть это не будет длинный, двухчасовой, трехчасовой, как это у нас бывало. Сегодня будет гораздо проще. Мы с вами пройдем шаг за шагом всю ту новую штуку, которую мы с вами сделали. Это непосредственно наши кэшбэк-программы, наш сайт Platindeal и, безусловно, конечно же, пройдем с вами, как это все делается и как это все работает. Игорь, удивляй. Ну что же, будем удивлять. Всем здравствуйте. Все хорошо, отлично. Тогда давайте сразу. Я сейчас проверю, есть ли у нас демонстрация экрана. Демонстрация экрана. Так, так. Ух, как полетели сообщения. Так. Пожалуйста, сейчас я начну шарить непосредственно экран. И давайте сейчас посмотрим на, есть ли картинка или нет. Вы только скажите, пожалуйста. Так, ждем. Скажите, пожалуйста, видно ли демонстрацию экрана? Есть, отлично. Ну, если есть, то все замечательно. Хорошо, тогда давайте сразу же с места в карьер. У нас с вами есть несколько сайтов, и давайте начнем вот с этого. С этого красивого, замечательного сайта, который называется Ultima Cashback. Да, дорогие друзья, давайте специально для вас, я перейду его непосредственно на русский язык. Так будет, наверное, правильней. И что мы здесь имеем? Да, у нас с вами есть абсолютно новый сайт, который посвящен нашим программам кэшбэка. То есть приятный, легкий дизайн. И есть маленькая такая подсказка. Я знаю, что все наши партнеры любят работать с лендингами, как с бизнес-карточками. И, соответственно, на этом лендинге есть маленькая подсказка, такой маленький FAQ, то есть часто задаваемые вопросы, да, и ответить на них. Что такое кэшбэк, сколько начисляется, за что вообще, что это такое, как это едят и с чем это едят. То есть такая маленькая подсказка по нашему сайту, она есть у нас. И, пожалуйста, можете обращаться, можете смотреть, можете использовать его в своих работах. И давайте, получается, следующее. Мы с вами переходим в наш личный кабинет, в нашу панель управления. Так, замечательно. Нужно будет сейчас... Давайте мы сейчас попробуем повторить попытку. Так, окей. Давайте попробуем залогиниться. Я сейчас немножечко поставлю на стоп шеринг. Произведу пару манипуляций с авторизацией на данном сайте. И буквально до того, как проводили вебинар, был авторизован, но походу куда-то тыкнуло и слетело. Ну, мы же с вами не переживаем. У нас с вами все схвачено. У нас есть логин и пароль, который никто не знает. И еще у нас с вами есть Google 2FA. Двухфакторная аутентификация. Без нее, увы, друзья, никуда. Так, вбиваем непосредственно номерок нашего сайта. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Есть. Мы с вами находимся непосредственно на сайте. И сейчас мы повторно включаем демонстрацию экрана. А, где же эта кнопка? Вот она. Давайте еще раз проверим, видно или нет. Так. Пожалуйста, не, я вижу, да, что все в порядке. То есть я вижу, что демонстрация у нас на самом деле идет. Да, все замечательно. Возвращаемся к нашим кэшбэкам. Итак, здесь нужно поставить, соответственно, тоже русский язык, чтобы у нас все было. И смотрите, то есть как только вы попадаете в ваш личный кабинет, вы попадаете на первую страницу, которая называется «Мой кэшбэк». Все очень просто. И самое главное понимать принцип работы с кэшбэком. То есть для того, чтобы получать кэшбэк, вам необходимо, соответственно, назначить кошелек. Это может быть ваш главный кошелек, это может быть кошелек от вашей фермы. То есть главное, чтобы это был Ultima, да, PLCU кошелек, PLCU адрес. Тот, от которого у вас есть приватный ключ, тот, который вы можете восстановить. Поэтому, пожалуйста, никогда не указывайте кошельки со сторонних ресурсов, с обменников, с бирж и так далее. Только ваш и только тот, которым вы пользуетесь, потому что вам проще будет получить кэшбэк на свой кошелек, соответственно, используйте тот, который вы имеете, все ключи, чтобы впоследствии не
переживать. Значит, здесь, как мы видим, уже у нас непосредственно кошелек я назначил. Назначение кошелька происходит довольно-таки просто. Вы просто-напросто указываете, скопировав адрес откуда-то, да, либо с телефона, либо же с сайта, вставляете его в поле для ввода адреса, нажимаете «Сохранить», подтверждаете Google 2FA, чтобы это было не случайно, то есть мы стараемся избежать случайных нажатий, случайных подтверждений, поэтому человек, который забивает свой адрес для кэшбэка, он делает это через подтверждение с использованием Google 2FA. То есть, ну нельзя случайно нажать кошелек, потом случайно ввести Google 2FA, потом случайно подтвердить, а потом, блин, я же случайно его ввел, я хочу другой. Так вот, все-таки думайте перед тем, какой кошелек используете для получения кэшбэка. Что еще есть у нас на нашем сайте? Конечно же, короткое описание того, какие программы сейчас есть. Приложение Ultima Wallet для того, чтобы скачать его, если у вас нет кошелька. Как это так? У вас он должен быть. То есть в любом случае вы можете скачать здесь приложение Ultima Wallet, чтобы использовать его в качестве кошелька. Ну и, соответственно, по раздел поддержки, на который вы можете написать вопросик: друзья, помогите, спасите. Не сохраняется, не нажимается, ребята вам помогут. Так, и, соответственно, что у нас еще есть? У нас с вами есть... здесь у нас есть с вами история. Что подразумевает под собой история в этом кабинете? История подразумевает два типа кэшбэк-программы. Первое – это наши кэшбэк-реворд-паки, то есть то, что продается на Platindeal, и PLC-дебит-карт. PLC-дебит-карт вы приобретаете на сайте plc-card.com. То есть в данный момент на сайте plc-card.com доступна одна карта, по которой полагается кэшбэк. И, соответственно, при приобретении данной карты на сайте plc-card.com, она же будет отображаться здесь, в этой табличке, под этой табой. Да, табой я называю вот эти вот два переключателя. А для программ кэшбэка, которые есть на сайте Platindeal, есть другая таба, которая называется дебит-ваучеры. И, соответственно, кэшбэк программе по дебит-ваучерам, они строятся в этом разделе, в этой истории, да, в этой табличке. Итак, мы с вами изучили, получается, сайт. Теперь давайте посмотрим, что же такое Platindeal и как с ним можно работать. Так, если мы сейчас сделаем маленькое обновление экрана, я надеюсь, что меня не разлогинило. А, нет, меня все-таки разлогинило, но ничего страшного, мы с вами можем авторизоваться. Это наш демонстрационный аккаунт. Все, мы с вами зашли. Давайте поставим на русский язык. Есть, мы с вами находимся на Platindeal, на маркетплейсе. Каждый день появляются новые товары, друзья. Каждый день появляются, вот, например, сегодня появились наши Фрэнк Мюллер часы. Можно приобрести целую пару, как мужские, так и женские. Великолепно. Итак, давайте разберемся, что же у нас есть на сайте Platindeal. Но в первую очередь я хочу обратить внимание, что данный сайт – это не немецкая версия. Помните, если мы говорили с вами о Platindeal ранее, то он был доступен исключительно на немецкоязычную аудиторию. То есть он был исключительно под Германию. То сейчас, если вы зайдете на сайт Platindeal, просто Platindeal без ничего, то у вас, соответственно, будет открыта глобальная выборка, да, глобальная таба, глобальный регион. И этот регион означает, что Platindeal сейчас это полностью глобальный marketplace. Не диверсифицировано конкретные страны, соответственно, только лишь для конкретного региона. Он глобален. Каждый может приобретать товары абсолютно без каких-либо ограничений. И, соответственно, когда мы кликаем на Global, мы попадаем на сайт Platindeal глобальной версии. Русский язык нам здесь будет приятней. И давайте посмотрим, что же у нас здесь есть. Конечно же, у нас с вами есть товары, которые представлены на самой главной странице. Какие ваучеры здесь представлены? Друзья, смотрите. То есть у нас с вами есть варианты. Несколько ваучеров для Мегамарше. Согласен. То есть покупая ваучеры для Мегамарше,
русскоязычная аудитория, либо она проживающая в Германии, может этим пользоваться. Но, соответственно, если вы находитесь вне данной страны, то, увы, для вас данный ваучер, по сути, не несет пользы. У нас есть O-Shopping. Это самый популярный продукт для сейчас. Да? Это Озон. Все знают, что такое Озон. Если мы хотим купить зубную пасту, зубную щетку, что-нибудь, вообще не знаю, что угодно можно покупать. Я себе покупал на Озоне много чего. И последняя моя покупка была это вращающаяся тарелка в микроволновку. Помните, наверное, у каждого есть, да, такая с выемками в днище, и вот благодаря Озону я теперь счастливый обладатель такой тарелки, потому что та, которая была в микроволновке, увы, взорвалась. Поэтому, пожалуйста, аккуратней. И есть у нас наши PLC Debit Card, причем это два варианта, да, то есть карточка пластиковая, карточка металлическая, наша CAR программ, которая редимится на сайте PLC U-Member. И ваучеры для самого популярного нашего с вами ресурса, который использует карточки, это PLC U-Member, где вы можете редимить ваучеры. Что такое редимить ваучер? Это его активировать и получить, соответственно, номинал данного ваучера на ваш баланс. А с балансом вы можете делать все, что угодно. Переводить друзьям, выводить через банкомат, конвертировать, покупать, продавать, все, что хотите. И часы. То есть я думаю, что часы – это наша линейка, да, Ultima Edition, Ultima Collection от Frank Müller, настоящая Швейцария, Женева. Соответственно, и цены соответствующие, потому что здесь настоящие драгоценные камни, друзья. Ну, что мы хотим, тем более это Ultima. Ага, шикарно. Давайте сейчас с вами сделаем маленький эксперимент и давайте попробуем купить Озон. То есть, соответственно, я не буду покупать его, да, потому что как бы для всех вебинаров тестовых денежек не напастись. Но если мы с вами кликнем на карточку продукта, как мы сейчас, да, с вами сделали, то у нас с вами есть детали. Что у нас есть в деталях? В деталях у нас есть маленькая заметка. Да, обратите внимание, для того, чтобы получить кэшбэк, вам нужно назначить свой кошелек. И если вы хотите узнать, как назначается ваш кошелек, то все просто. Кликайте на инструкцию, и вот она, та самая пошаговая инструкция, что нужно сделать, чтобы назначить свой кошелек для кэшбэка. То есть просто кликните на галочку, вставьте свой кошелек, подтвердите через 2FA, готово, вы установили ваш кошелек для кэшбэка. Мы с вами уже это сделали, да, у нас с вами аккаунт, на котором есть уже кошелек для кэшбэка, он у нас установлен, и мы с вами смело можем добавлять продукты в корзину. По клику на «Добавить в корзину» продукт попадает непосредственно в вашу корзину, в которой вы можете ее купить. Итак, кликаем на иконку нашей корзины, и мы видим, что у нас в корзине находится один продукт. Это Озон на 600. Что это подразумевает? Значит, что у нас есть 12 ваучеров по 500, по 50 евро, простите, по 50 евро каждый. То есть в среднем 3000 рублей, да, то есть это получается ваучеры по 3000 рублей. И вы получаете их каждый месяц. То есть условия данной программы, они описаны здесь. Самое главное, что сертификаты обмену не подлежат, это цифровой продукт. И вот мы с вами непосредственно положили ваучер в нашу корзину и кликаем на кнопочку оформления заказа. То есть здесь очень важный шаг, конечно же, указываем наши billing details, и нажимаем на кнопочку «Разместить ордер». То есть мы сейчас с вами инициируем процесс оплаты. И вот тут очень важно, я знаю по опыту, то есть многие ребята спрашивают, так, что здесь нужно нажимать? Первое, смотрите, друзья, оплата производится исключительно в тизер TRC20, то есть это USDT на блокчейне Tron. То есть это тизер USDT TRC20, да, TRC20. Мы должны выбрать, соответственно, способ платежа. Он тут единственный. То есть, да, вот наш тизер USD. Столько-то, как и здесь сразу сумма сразу видна. И после того, как мы нажали на способ, на тип валюты, да, тип коинов, кликаем на Complete Checkout. Простите, сайт английский, потому что международная платежная система. И вот мы перенаправлены на страницу оплаты данного ордера. То есть здесь я остановлюсь чуточку поподробнее. Если я сейчас открою кошелек, да, и буду, соответственно, переводить с USDT-шки, да, на текущий адрес, то здесь важно перевести ровно
существующую сумму. То есть ни центом больше, ни центом меньше. Цент больше его можно, но зачем? Если у нас есть непосредственно исключительно точная стоимость, точная сумма, которую нужно перевести. И адрес, куда нужно перевести данные коины. 588,297,09. Да, то есть такая большая, 5 знаков после запятой, это 10-тысячный, да, получается. И у нас есть на время, на оплату 2 часа. То есть, да, время тикает, поэтому, вот, пожалуйста, копируем все, то есть исключительно все. Может быть, у вас там, если экранчик больше, если экранчик меньше, может быть, скопировать без последней цифры. Пожалуйста, обратите внимание, что нужно копировать весь адрес полностью и, соответственно, указывать всю сумму. Вот сейчас маленькая пауза. Смотрите. Как только я нажму на кнопку «Подтвердить», допустим, давайте, я совершаю перевод, я просто подтверждаю перевод, все, я USDT отправил, тизер мой отправлен. Я просто сижу, смотрю в монитор вот так вот и думаю, так, QR-код, когда ты поменяешься? Во-первых, друзья, стоит обратить внимание, что Coin Payments, платежка, не мгновенная. То есть мы должны понимать, что нам нужно подождать какое-то время. Это может быть минута, может быть 2 минуты, может быть 5 минут. Пока у нас не появится сообщение о том, что продукт оплачен. То есть тот самый заветный экран, когда вместо QR-кода появляется большая зеленая плямба, да, большой такой баннер с большими буквами «Оплачено». И одна единственная кнопка «Вернуться в магазин». То есть мы должны понимать, что этот процесс занимает время. Это не то, что я отправил, прошло 10 секунд, где? Нет, друзья, нужно подождать. Это первый период ожидания. Мы с вами отправили коины в платежной системе, и система нам подтвердила. Система показала подтверждение, что все класс, оплата принята. И мы с вами нажимаем на кнопочку «Вернуться в магазин». Да, вот мы сейчас с вами сымитируем возвращение в магазин. И в магазине мы попадаем на страницу с нашим ордером. То есть вот именно наши заказы, мы и попадаем на эту страницу. И смотрите, у меня сейчас есть мой заказ на 600 евро. Это наша текущая попытка оплаты нашего сертификата для Озона. Смотрите на статус. Обрабатывается платеж, статус в ожидании, то есть он в процессинге, да, то есть он processing payment статус. И когда вы совершили оплату, вам Coin Payments, страница платежной системы сказала, что все оплачено, это не значит, что ордер оплачен и денежка поступила продавцу. Это значит, что система приняла деньги и занимается непосредственно переводом этих денег продавцу, платиндилу, да, непосредственно. Поэтому, когда мы с вами после оплаты попадаем на страницу «Мои заказы», у нас статус всегда будет обрабатываться, то есть он всегда будет в ожидании. И это второй период ожидания, когда нам нужно подождать 5, может быть, 10, может быть, 15 минут. То есть по факту подтверждение оплаты между сайтом и платежной системой может доходить в течение часа, да, 40 минут, даже такое бывало. Поэтому не переживайте, если после оплаты у вас здесь обрабатывается ожидаемый платеж, висит несколько минут, это нормально. Стоит на это обратить внимание и предупредить всех людей, кто хотят непосредственно работать с этим. В ближайшем будущем это будет ускорено. То есть мы работаем над оптимизацией платежных систем, над внедрением своих платежных систем. И, соответственно, в ближайшем будущем это будет работать быстро, но не завтра и не на следующей неделе. Поэтому, друзья, пока что имеем опыт работы с Coin Payments. Классная платежка, но нужно иметь маленькое терпение, чтобы дождаться подтверждения платежа. Итак, как вы оплатили, но еще не подтвердили, статус вашего заказа еще не завершен. Да, то есть у меня сейчас, как мы уже можем видеть на странице моих заказов, мой заказ находится вот здесь. То есть я
жмакнул на мой аккаунт и попал, соответственно, на главную страницу своего аккаунта. И вот они, мои заказы. Просто кликнув на свои заказы, я вижу статус «Завершено» — это ордер, который уже все прошел. А обрабатывается нужно подождать. Но они вечно будут обрабатываться, потому что мы не оплатили, да, соответственно, система не получает фидбэк о том, что денежка есть, денежки нету, поэтому она всегда и висит. Как только вы получите статус «Завершено», не обрабатывается, а «Завершено», вы сможете увидеть ваши купоны, которые вы непосредственно приобрели. В нашем сертификате Озон находится 12 сертификатов, 12 ваучеров по 50 евро номинал каждый, то есть по 3000 рублей. И для того, чтобы нам их увидеть, мы должны зайти на сам ордер, то есть да, вот мы видим наш ордер, мы видим статус «Завершено», мы кликаем на кнопочку «Просмотр», попадаем в детали конкретного ордера, да, конкретный ордер, я покупал Car Program. И я могу нажать на кнопочку «Просмотр». То есть для того, чтобы просмотреть купон, я выбираю и кликаю на кнопочку «Просмотр». Да, такая вот маленькая зелененькая неприметная кнопочка. Жмакаю на «Просмотр». И сейчас происходит магия. Мы с вами отправляемся на сайт с нашими купонами. Наш демо-аккаунт, аккаунт демо, все правильно. И вот мы видим непосредственно нашу страничку с нашими купонами, и я вижу, если я нажму на стрелочку вниз, да, вот я могу расширить, да, и свернуть, да, коллапс и расширение, и сколлапсировать это все движение. Я вижу, какие купоны мне полагаются за текущий ордер. То есть, друзья, смотрите, я приобрел ваучер, в котором находится 12 сертификатиков, которые доступны мне каждый месяц. Первый сертификат доступен сразу после оплаты. То есть, как только ордер, мой заказ, да, он завершен, подтвержден, все круто, я захожу на эту страничку и вижу непосредственно здесь кнопочку «Получить купон». Она у меня зелененькая. Вместо купона я вижу кнопочку «Получить купон». Как только я ее кликаю, купончик буквально там процессится и появляется на в этой колонке. Появляется сам код купона. Я вижу дату, когда купон появился, вижу статус, что он у меня уже готов. Да, я могу его скачать непосредственно в виде PDF, либо же могу его отправить себе на почту. То есть такие вот маленькие подсказки, маленькие иконки позволяют нам управлять нашими купонами. Как происходит выдача второго купона? Как только я кликнул на «Получить купон», запускается таймер для следующего купона. То есть получается, что следующий купон я смогу получить через 27 дней. Таким образом, мы каждый месяц в течение года получаем по одному сертификату, по одному купону и можем его использовать на Амазоне, ой, на Озоне, простите. Если мы говорим за ваучеры Озон, если мы говорим за ваучеры PLCU Member, мы каждый месяц можем пополнять непосредственно свой баланс на PLCU Member, выводить на карту и так далее. То есть каждый месяц я просто жмакаю на кнопочку «Получить купон» и получаю его. Следующий жду месяц, получаю его. Следующий жду месяц и получаю его. Пока, соответственно, все 12 купонов я не получу. То есть если у меня будет много купонов, у меня здесь в этой табличке, соответственно, будет несколько купонов. Не Car Program, будет Озон, будет PLCU Member, будет еще что-то. И, соответственно, каждый из этих программ я могу заказывать купоны каждый месяц. То есть, смотрите, приобретая ваучер вместе, вы бы все равно и так бы заплатили эти деньги. Здесь вы, получается, оплачиваете себе на год вперед, то есть, да, один к одному. И как только год ваш закончился, то есть вот сейчас, да, вот я получил этот сертификат, я в течение года, первого года я получаю купоны на пополнение баланса. А со второго года начинается мой кэшбэк. То есть смотрите, если я сейчас разверну существующую таблицу, то я увижу, что за номер заказа 626, да, давайте посмотрим, здесь я его не увижу, но здесь я вернусь к заказам.
Да вот он, 662, 662. А здесь у нас какой? Да, 662, да, все правильно. Мне полагается кэшбэк в размере 0,67 PLCU. То есть и эта сумма 0,67 PLCU, она делится на 12 частей. И на 13 месяц, в конце 13 месяца, я могу получить кэшбэк, данная кнопочка будет активна. Сейчас на нее нажать невозможно, но по истечению таймера, когда он достигнет нуля, мы с вами сможем получить кэшбэк на кошелек, который мы с вами назначили в качестве кэшбэка. И таким образом, одна моя покупка сейчас обеспечивает меня на год вперед в качестве сертификатов, да, на баланс Озона, PLCU Member, Mega Marché, либо еще куда-то. А на второй год я получаю кэшбэк каждый месяц. И если текущий курс PLCU остается на месте, то я, получается, не потратил ни копейки. То есть я бы и так эти деньги потратил на сертификаты, на использование своих нужд, покупка продуктов, оплата, если мы говорим про PLCU Member, то есть все что угодно, автомобильная программа, программа недвижимости и так далее. И если на второй год я начинаю получать кэшбэк, который по сумме равен то, что я потратил. Просто великолепно. То есть первый год мы получаем с вами сертификаты на наши сервисы, а второй год мы получаем кэшбэки, которые равны 100% от того, что мы потратили на приобретение тех же самых сертификатов. Вот это, друзья мои, я считаю, что это просто очень просто. И давайте я сейчас вам покажу последнее, да, то есть самая интересная вещь, которая у нас сейчас есть. Я сейчас хочу показать одну маленькую деталь. Да, смотрите, у нас с вами есть Platin World. Вот аккаунт Адама Смита. Это наш тестовый аккаунт тоже. И если мы с вами сейчас пойдем посмотрим на команду данного аккаунта, да, это тоже тестовый аккаунт, то у него в структуре всего лишь один человек. Всего лишь один человек. И давайте посмотрим, как его зовут. Demo Cashback. Ничего не напоминает? Это тот самый аккаунт, который купил сертификат автомобильной программы. А теперь давайте посмотрим на транзакции и на историю бонусов. То есть здесь мы с вами видим, что наш демо-аккаунт приобрел пакет за 1320, это наш непосредственный сертификат, да, на автомобильную программу. И наш Адам Смит получил директ-бонус 0,12 PLCU. То есть это 20% бонус, который непосредственно получают пользователи за работу с кэшбэк-программами. И самое интересное, друзья, смотрите, мы с вами сейчас увидели сайт Ultima Cashback, мы с вами увидели сайт Platin Deal, мы с вами увидели сайт Platin World. Одно событие, которое произошло на сайте Platin Deal, как покупка сертификата, связывает между собой и платежную систему, и сайт кэшбэков, и сайт Platin World, и, соответственно, все. То есть это одно маленькое событие, которое привязано ко многим сервисам, сайтам, позволяет получать в первую очередь и продукты, и кэшбэки, и еще и бонусы за это. Ну, где такое было? Где такое есть? Да нигде. Вот просто ответ очевиден. Да, это риторический вопрос, который не требует ответа, то есть он просто очевиден. Друзья, то есть вот полчаса мы с вами общаемся, и по сути, я сейчас хочу вам показать единственное, да, последний остался единственный момент, это наш сайт с PLCU Member. Очень много партнеров к нему доступ имеют, часть, соответственно, не имеют, но, друзья, простите, но нужно все-таки добить нашу презентацию до конца. Я хочу сейчас зайти на сайт PLCU Member для того, чтобы показать, где непосредственно происходит активация данных ваучеров. То есть здесь тоже у нас все под секретом, никаких демонстраций экрана. Мы с вами заходим на сайт, вводим пароль, потом мы с вами вводим непосредственно OTP. Да, двухфакторную аутентификацию. Вводим. Пам-пам-пам. Есть. И сейчас я снова возобновляю демонстрацию экрана.
Так, возвращаемся к вам на вебинар. Возвращаемся к вам на вебинар. Включаем демонстрацию экрана. Есть! Демонстрация экрана у нас пошла, и мы с вами возвращаемся на сайт PLCU Member. То есть, друзья, смотрите. Вот наш заказ с нашей автомобильной программой. Нажимаем на просмотр. Нажимаем на просмотр непосредственно нашего сертификата, наших купонов. Смотрим, получили мы купон. Копируем данный купон. Он уже активен, не переживайте, если кто-то увидел, то ничего страшного. Идем с вами в раздел «Аккаунты». Важно. Идем с вами в раздел «Аккаунты». Видим, что у нас есть «Евробаланс». Кликаем на наш «Евробаланс». И в этом разделе мы видим «Redeem ваучер», да, активация нашего ваучера. Кликаем в это окошко, вставляем номер нашего сертификата, да, код нашего ваучера, нажимаем на кнопочку «Confirm», и если бы этот код был валиден, то мы бы с вами увидели, что подтвердите зачисление на ваш счет 110 евро, потому что каждый ваучер в автомобильной программе – это 110 евро. Но так как мы с вами его уже использовали, мы с вами можем это подтвердить и посмотреть. В разделе «Транзакции» мы видим с вами ваучер, который был активирован 17 октября. Давайте посмотрим, когда я его получил. 17 октября CarProgram, Car на какой-то вот номер, да, который заканчивается на A1LK. Давайте посмотрим на наш сайт. Вот он, CAR, и в конце A1LK. То есть я его получил 17 числа, и, соответственно, 17 числа он был активирован и был зачислен на мой счет, было зачислено 110 евро. Все просто. И теперь я могу использовать данные средства, данные евро для всех своих нужд. Рассчитаться по автомобильной программе. Рассчитаться еще почему-либо. Пойти в Instant Reward, если я проживаю на территории Италии, США, Швейцарии, Германии, Канады, Австрии, я выбираю себе что-нибудь и попадаю сюда и могу выбрать для себя, друзья мои, просто сотню магазинов, где я могу приобрести товары. Фух. Все онлайн, все просто, и я могу потратить эти же деньги на активацию Амазона. Да? То есть, что такое Амазон? Амазон – это возможность приобрести всю электронику, просто всю электронику. То есть вы, вместо того, чтобы платить наличными в Амазоне для приобретения там, тостеров, телевизоров, чего угодно, можете рассчитываться вашим балансом, который вы можете активировать с помощью Амазон ваучера, да, гифт-карт, это на 100 евро. Ваш баланс на Амазоне поднимается, и вы можете приобретать кучу всего полезного. Точно так же, как и на сотни других магазинов, H&M, Otto, MediaMarkt и прочее. То есть, друзья, вот такая вот сегодня короткая презентация с использованием многих сайтов, да, и PLCU Member, и Platin Deal, и Ultima Cashback, и Platin World, и Coin Payments, и все это работает в одном ключе. Я думаю, что такая инструкция нам нужна была, потому что это первое, конечно же, да, это новый продукт, который мало кто представлял себе, как это вообще работает, и какое чудо, да, как это вообще можно было придумать, чтобы это все работало, и это работало вот везде, да, одно маленькое событие, как маленький взмах бабочки, да, может развернуть цунами на другой конце планеты, точно так же здесь. Одна покупка запускает целый цикл всего и вся, и каждый при этом получает только профит. Проигрышей нет, да, никаких переплат нет, ну просто замечательно. Фух, теперь если мы закончили нашу презентацию, уделю несколько минут для того, чтобы, может быть, какие-то хорошие вопросы. Но, друзья мои, вопросы, которые мы сейчас будем обсуждать, не все, да, я сразу говорю, буду игнорировать часть вопросов. Почему? Потому что, ну, не тот вебинар для того, чтобы собираться и отвечать по максимуму. Так, класс! Вот это комментарий, вот это классный комментарий. Нет, смотрите, Amazon для РФ недоступен. То есть мы говорим про регионы, которые указаны на PLCU Member. То есть это Австрия, Германия, Италия, Канада, США. Ни за что.
Так, Игорь, можно оплачивать сертификацию Озон на CoinsBit? Что? Нет. Друзья, смотрите, вот смотрите, не рискуйте. Вы пытаетесь использовать биржу как платежную систему. То есть поймите, что на Запорожце можно перевести пару центнеров картошки. Да, по сути это реально, и по сути можно проехать 100 метров. Но потом Запорожец просто развалится. Точно так же и здесь. Вы можете с CoinsBit вывод поставить, сидеть ждать, а потом, извините, платеж не прошел, потому что время ожидания всего 2 часа, а CoinsBit перевел через 2 часа и 1 минуту. И что вы потом будете делать? Спасите, помогите, саппорт, верните деньги. Друзья мои, вы пытаетесь использовать то, что не предназначено для совершения платежей. Никогда не оплачивайте подобного рода продукты с использованием бирж. Никогда. Это не наши платежные шлюзы, которые открыты на 24 часа. Нет. Поэтому, пожалуйста, не рискуйте. Может повезти, а может не повезти. Потому что биржа имеет свой регламент на вывод. И у CoinsBit регламент это 3 часа. И они правы. И если они отправят деньги на CoinPayments, CoinPayments их получит. Без проблем. А вам потом придется долго и муторно заниматься возвратом, потому что вы совершили платеж не со своего кошелька. Не со своего кошелька. А CoinPayments вернет на кошелек отправителя. А для биржи этот кошелек является для вывода. Это не ваш кошелек, это биржи кошелек. Ой, ох, предвкушаю себе вот эти вот движения между биржами CoinPayments и нашим саппортом, друзья. Нет. Моя четкая рекомендация – нет. Не пытайтесь использовать то, для чего это не предназначается. Кошелек есть для того, чтобы отправлять коины, отправляйте с кошелька. Так. Игорь, здравствуйте. Как в Озоне активировать код ваучера на 50 евро? Когда планируется для России ваучер 1000 для любого товара? Заранее спасибо. Смотрите, это наши пробные товары. Да, это пробная серия. И, соответственно, на Озоне, мне кажется, уже все раскупили. А когда вы находитесь, давайте сейчас вам просто покажу. Это на самом деле просто. На Озоне активация происходит вообще буквально в считанные секунды. То есть там сразу есть такое окошко. Да, давайте я сейчас открою. Попробую, по крайней мере, не обещаю. Так, Озон, если я авторизован, просто я помню, что я авторизовался, а сейчас... О, да, хо-хо-хо, класс, смотрите. То есть у нас с вами на Озоне есть, да, вот я сразу же по браузеру. То есть демонстрация экрана пошла. А вот мы находимся на сайте Озон. То есть вот мой аккаунт, Игорь, да, все классно, мне там два сообщения написали, какая-то рассрочка мне предлагают. Я выбираю пункт, нажимаю на себя любимого, на аватарку, да, на эту мордочку, и кликаю на кодовые слова и сертификаты. Просто сразу же кодовые слова и сертификаты. И сюда ввожу... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Нажимаю на кнопку «Применить», и мой баланс вжух, и поднимается на сумму моего ваучера. То есть на 3000 рублей. И я могу эти 3000 рублей по каталогам, которые есть на самом деле на этом Озоне, я могу их... Вот смотрите, что я могу купить. Я могу тут купить и всякие «Доброе утро», и «Милка шоколадки», то есть и большую стирку, да, что угодно. То есть я могу купить на самом деле на этот сертификат, ну, в рамках этого сертификата на 3000 могу накупить. Но если я знаю, что я покупаю какую-то ерунду домой, вот я точно знаю, что я покупаю там раз в месяц мыло, бумагу, полотенце там бумажные, моющее средство для чего-либо еще, я понимаю, что я буду покупать это каждый месяц. У меня есть какой-то бюджет каждый месяц, да, который я в любом случае буду тратить. Вот, ну, в любом случае я буду это тратить. И вот эти все потребности, все эти нужды я могу переложить на кэшбэк-программу. Я один раз заплачу на год вперед, не потрачу при этом ни копейки, да, не переплачу при этом ни копейки. Каждый месяц буду активировать свой баланс на 3000 рублей, и на эти 3000 рублей буду покупать на Озоне свой стиральный порошок, зубную пасту, бумагу, бумажные полотенца, еще что-то. Каждый месяц я получаю, я бы и так за это заплатил, но я потом еще получаю кэшбэк.
Классно же, классно же. А активация, как вы видите, происходит вообще в мгновение ока. Выбрали кодовые слова, сертификаты, ввели ваш код, ваш баланс пополнен, и покупайте книги, зубные пасты. То есть можете насобирать 2, 3, 4, 5 сертификатов. То есть первый месяц 3, второй 6, третий 9. То есть уже 9 тысяч, уже можно купить что-то покруче, а не ну, планировать, да, свой бюджет. То есть вот так вот это все просто работает. Надеюсь, что с Озоном мы с вами уже узнали все, как это все работает. Так, Наталья рассказал. Так, если не сразу активировать первую часть ваучера, например, через 2 месяца я увижу сразу активные 2 выплаты. Нет. Нет. Почему? Все рассчитано на последовательную выдачу. То есть, если вы прождете год, а потом получите первый, то так это не работает. Игорь, работают еще какие-то ваучеры в России? Пока что, конечно же, это непосредственно сам Озон. Плюс вы можете приобрести часы, да, и получить их в Дубае. Но пока что, да, пока что это только первая линейка, первые запуски, это первые пробы, шаги, да, тем более мы позволили, да, мы тем более нашли выход с сертификатами для стран СНГ, да, вот тот же самый Озон, это очень круто. Здравствуйте всем, да, добрый вечер. Можно ли в Украине оплачивать ваучером коммунальные услуги? В данный момент нет. Так. Добрый вечер. Можно купить ваучер, карты, PLC, предварительно пополнить с банковского счета, но только если через USDT. То есть все оплаты, друзья мои, производятся в USDT. То есть не в PLCU, не в евро, не в рублях, не в тенге, не в лари, не в гривнах, а в USDT TRC-20. Пам-пам-пам, пам-парам-пам-пам. В Казахстане ваучер работает, смотря какой. Друзья, смотрите, вы вправе приобретать абсолютно все. А вот где вы будете это использовать, увы. Если вы говорите про ваучер PLCU Member, в Казахстане вы можете его активировать без проблем. Вы получаете свой баланс, и баланс вы используете по своему усмотрению. Но если вы приобретаете в этом же кабинете PLCU Member продукт, который предназначен исключительно для Германии, то, извините, в Казахстане вы не сможете с ним сделать ничего. У вас будет. Это то же самое, что я сейчас. Вот я сейчас приобрету в Амстердаме какой-нибудь магазин в Амстердаме, я приобретаю здесь ваучер. Я молодец, я сижу дома в другой стране, к Амстердаму не имею никакого отношения, но я себе купил какую-то ерунду, которая позволит мне в Амстердаме использовать ее. То есть, да, вот самокат, да, самокат, Европа, самокаты, все круто, все любят самокаты. Я сейчас в Дубае покупаю себе на нидерландском сайте самокат, который не делает доставку никуда. Я могу его использовать только в Нидерландах. Мне самокат никто никуда не отправит. Я его там купил, и он там будет лежать. Потом мне его еще, наверное, оштрафуют за то, что я не привез, не забрал его. То есть, друзья, смотрите, надо понимать, где вы будете это использовать. То есть, если вы приобретаете ваучеры, которые не используются в вашей стране, имейте в виду, что это ваша обязанность, ваша ответственность. Вы же не покупаете просто так что-то в интернете, зная, что это не доставят к вам. То есть, это очень важно. Можно ли купить виртуальную карту? Нет, Дмитрий, виртуальная карта PLCU Member недоступна. То есть, тут даже не в этом дело. То есть, вы не сможете пройти онбординг на сайте plcumember.com. Ни Украина, ни Россия, ни Беларусь, то есть и еще ряд стран, которых не поддерживается сервисом. Можно ли купить несколько ваучеров Озон? Конечно! 2, 3, 5 вас никто не ограничивает, но каждый вы должны будете забирать по отдельности. То есть это будут у вас ваучеры, которые будете вы забирать, соответственно, 5 ваучеров вы покупаете, то есть вам в первый месяц нужно будет забрать 5, во второй месяц забрать 5, в третий месяц нужно будет забрать 5. Количество ваучеров ограничено? Ну, вообще, конечно, да, то есть это не бесконечный ресурс. И
ну, на сайте можно купить там 999 тысяч, ну, не помню, но да, вы вправе покупать себе корзину не один, не два, то есть можно набрать один Озона, один карту, один PLCU member, один car program, то есть это позволительно, и вы можете это все оплачивать. Так, да, все верно, Светлана, все верно, оплата происходит исключительно в USDT TRC-20. Кошельков много. Это и TronLink, это и Trust Wallet, это и Exodus, это и, не знаю, многие другие кошельки, да, то есть просто физические кошельки на кошельках. Но ни в коем случае не биржи, друзья. Я понимаю, что привыкли все без кошельков, у меня все на бирже, но это чревато. Когда вы пытаетесь использовать то, для чего это не предназначалось, то потом бывают проблемки. PLCU Member начинается с 1320 евро. Да, смотрите, вся линейка для товаров PLCU Member, она представлена на Platin Deal. То есть 1320 евро, 13 200, 132 тысячи и 1 320 тысяч. То есть, соответственно, 110 в месяц, 1100 в месяц, 11 тысяч в месяц и 110 тысяч в месяц можно получить по этим сертификатам. А как? Ну, так их не проблема завести, то есть это же очень просто. То есть вы сами владеете своими средствами. Вы же себе завели кошелек PLC Ultima, да? То есть вы же не храните деньги на бирже исключительно и в кабинете исключительно. Так не бывает. То есть вы имеете свой кошелек, который используете для своих нужд. Для хранения, для заморозки, для минтинга, либо еще для чего-то, для кэшбэка. То есть как быть в ситуации, когда у вас нет кошелька Ultima? Вам он нужен для того, чтобы получать кэшбэк. Точно так же, когда и вы собираетесь сделать оплаты, вы оплачиваете с леджеров. У кого, ребята, кстати, скажите, у кого-нибудь есть леджер, да, кто пользуется леджером? Для совершения транзакции, для подписывания транзакции, для отправки коинов. То есть тоже хороший кошелек, который можно использовать для совершения транзакции. Анатолий, поздравляю, это очень круто, когда мы пользуемся с вами под подписью, да, непосредственно физическим. Как получить пластиковую карту? Все просто, она приходит к вам по почте, то есть это, как и все другие карточки, они приходят по почте, то есть срок доставки может составлять несколько недель, кому-то приходит быстрее, кому-то приходит дольше, то есть и при этом никто не может повлиять на скорость доставки, потому что доставка осуществляется службой доставки, и писать саппорт о том, что, пожалуйста, отправьте мою карту, она уже отправлена, уже и трек-номер прислан, но, друзья, никто не может повлиять на скорость работы с службой доставки. То есть, если карта идет, то все, она уже идет. Кошелек Ultima есть, но там ведь нету, правильно, потому что вы не используете Ultima для оплаты в PLC на Platin Deal. Вы используете USDT, вы оплачиваете в USDT. И мы разбаловали наших партнеров, мы разбаловали наших людей. Мы открыли вот такие вот окна на 24 часа, в которых можно через пол-пять часов, через 10 часов отправить, и ордер будет засчитан. А в любых средствах оплаты, ну, не существует таких окон в 24 часа. Поэтому вот эта вот ситуация, когда мы с вами говорим про оплату в течение 24 часов, она позволяет использовать биржи. И то любая задержка у биржи, а потом вопросы возникают, что, друзья мои, ну так же никто не делает. Поэтому просто я уверен, что в сети есть огромное количество простых туториалов, да, простых инструкций, как поставить. Поставьте себе Exodus. Вот мне очень нравится кошелек Exodus. Все довольно-таки просто и работает хорошо. Ваучер можно купить на PLCU Member. Ваучер, конечно, мы же только что с вами смотрели, можно купить амазоновский ваучер, можно купить, там, я не могу выговорить это слово просто по-русски, для HMD, Motto и других торговых сетей. Так, можно ли купить сертификат и выводить ежемесячно указанную сумму, но не производить покупку, например, в Озон? Куда? Нет. Смотрите, Ольга, ваш баланс, который вы пополните на Озон, вы пытаетесь опять использовать Озон как средство для того, для чего оно не предназначено. Покупая сертификат Озон, вы пополняете баланс на Озоне, который вы можете потратить на ту или иную покупку.
Возврат ваучера невозможен, и вывод из баланса невозможен. Для этого и существуют такого рода сертификаты, которые позволяют специально покупать. То есть Озон – это сеть, которая не зависит от нас, она продает свои товары миллиардами, то есть и... А сертификат – это удобный способ пополнить баланс на Озоне, чтобы с него, с этого баланса потом покупать. То есть ни в коем случае нельзя выводить. Ну, друзья мои, мы сейчас пытаемся опять строить схемы, которые не работают. Игорь, спасибо тебе, Алексу. Супер, большое спасибо за комментарий. Я очень рад. То есть купить ваучер можно с любого кошелька, а начисление уже будет идти на Ultimo. Купить ваучер можно покупать с любого кошелька, главное, чтобы оплата была в USDT. А ваучер на карту это что? Это ваша карта. То есть вы получаете код активации вашей карты на сайте POCU Member, заходите в раздел Upgrade, вбиваете код данной карточки и производите апгрейд на новый тир. Так, во Франции будет ваучер Amazon? Андрей, не знаю, вот сейчас есть Италия, да, если не ошибаюсь, то есть в регионах, то есть они развиваются. Смотрите, раньше было доступно только Канада и США. Сейчас там уже находится Канада, США, Австрия, Германия, Италия, Швейцария, да, или Швеция, не помню. И это постепенно растет. Друзья мои, вот почему-то мы все с вами привыкли хотеть здесь всего и сразу. И нам всегда всего мало. Просто вот мы хотим образование здесь и сейчас, самое лучшее, и не дай бог это будет завтра. То есть, друзья, ну так это не работает. Так это не работает. Шаг за шагом. Только шаг за шагом. Приходит развитие. Да? Мы с вами не можем прийти и стать супер-мега-классными ребятами вот здесь и сейчас. Самый банальный пример. Да? Вот у каждого, скорее всего, до половины из вас есть дети. И вот когда ребенок спросит, да, там, типа, мама, дай то, мама, дай это. Классный, просто простецкий эксперимент. То есть посадите с ребенком семечко от помидора. И вот скажите ребенку, да, то есть вот как это работает, то есть не может семечко дать тебе помидор завтра, ну не может. Оно должно прорасти, его нужно поливать, оно должно стремиться, да, там уход солнца, солнышко, водичка, не затапливать. И только спустя пару месяцев у нас появляются сначала маленькие помидорки, потом крупнее, потом они становятся красненькими, и только потом мы можем сорвать этот помидорчик. Но для этого нужно времечко, да, нужно время. И так же самое сейчас, друзья. Я понимаю, что мы все хотим вот прямо сейчас все, да, и Турция, и Египет, и Мальдивы, и Россия, и Украина, и Казахстан, и Беларусь, и все, и весь мир, и ваучеры одни, и вторые, и свой банк, и свою платежку, и свой обменник, все свое, и завтра. Это классные чувства, это классные желания, друзья, и мы все к этому идем. Но давайте сейчас посмотрим, что нашим программам всего неделя, и то за это время, которое они сейчас есть, да, вот с понедельника мы их, по сути, запустили, с пятницы с прошлой. Даже недели нету, друзья, даже недели нету. И там уже появились новые сертификаты, там появляются новые продукты. На сайте PLC Member добавились несколько новых регионов. Добавился Озон, которого раньше не было, добавился Amazon, которого не было, добавились продуктовые сети европейских стран. Все развитие происходит. Нужно чуточку верить и потерпеть. Знаете, есть классная поговорка, то есть воду невозможно носить в решете, а я до зимы подожду. Понимаете? Так, все круто. В России автопрограмма работает. Нет. То есть автопрограмма сейчас это работает через PLCU Member. То есть вы редимите свой ваучер и получаете денежку на баланс. И с ним уже рассчитываете с автосалоном. А с Payer можно оплачивать сертификаты? А Payer это что такое? Это USDT? Я, честно, с Payer никогда не пользовался. Не могу сказать. Так. Имеется в виду сумму на Озон уже можно копить, если товар стоит больше. Конечно, да, вы можете, только смотрите, что эти сертификаты, они тоже Озон, он не хранит ваши балансы постоянно. То есть стоит учитывать тот момент, что если вы спустя год ничего не купите, он их аннулирует, поэтому не затягивайте. Так, все круто. Если карта еще не пришла, можно купить ваучер для мембер? Конечно,
Конечно, можно. Почему? Потому что, смотрите, карта – это не ваш кабинет. Карта – это инструмент, который вы просто носите с собой в карманчике. Да, вот, где моя карточка? Вот, пользуюсь, чтобы не соврать, да, безусловно. То есть, вот, самая популярная карточка в моем кошельке, да, вот, непосредственно. Только что достал ее из кошелька. И она выручала меня. То есть, вот, представьте себе, то есть это удобная вещь, удобная вещь. Но кабинетом PLC Member можно пользоваться без карты. То есть вы можете, это то же самое, у вас те же самые валюты, фиатные, крипто, те же самые возможности по конвертации, по выводу, по трансферу, то есть все кроме карты. Плюс можно заказать себе виртуалку. Так, можно ли купить несколько ваучеров? Конечно, можно, уже ответил. Очень классный вебинар, спасибо большое! Если ваучер не успел использовать, то не успели использовать. Exodus. О, класс, спасибо за комментарий. Так. Нет, кошельки не регистрируются. То есть кошельки это в открытом доступе их пал. Но, Андрей, вы невероятный. У Алекса других партнеров не бывает. Жгите. Классно. Передам Андрею. Спасибо большое. Андрей, ты классный. Я понял. не переживайте. Все, спасибо большое. Спасибо. Хотел в магазине платить картой, но карта выдала ошибку. Какая-то может быть причина. Не знаю, надо смотреть. Напишите в саппорт, пожалуйста. Может быть, вы были в другой стране или страна, которая не поддерживается. Может быть, не оплачена ежемесячная подписка. То есть причин на самом деле может быть много. Так. Спасибо большое. Хорошо, друзья, смотрите, да, кстати, друзья, кто из вас, кто в Дубае, давайте вот просто сейчас поднимем руку и скажем, я в Дубае, я вот все, я сегодня среда, я в субботу иду на наш ивент. Кстати, вы знаете, что регистрация на мероприятие уже закрыта. То есть мероприятие, которое пройдет 21-го, да, галаужин, и, соответственно, 22-го непосредственно само мероприятие, регистрация на них уже закрыта. Поэтому, если вы не успели, то я вас поздравляю, в кавычках, друзья мои. Это не шутка, но регистрация закрыта. Поэтому мы всегда всем советуем на каждом вебинаре, везде и всюду, заранее, не тяните до конца, не думайте, что запрыгнете в последний вагон. Соответственно, если вы сейчас зарегистрированы, то вы уже, скорее всего, знаете, да, то есть в ближайшее время будет опубликовано расписание, да, когда можно будет прийти на предрегистрацию и получить заветный пропуск для посещения данного мероприятия. Поэтому, друзья мои, вот в субботу, которая будет в эту неделю, на этой неделе, эта неделя в субботу пройдет Ultimate Diamond Convention на 2000 человек, может быть, больше. И это будет просто, ну, я считаю, то есть одним из самых, если не самый лучший ивент. То есть вот мы с вами растем из года в год, на протяжении многих лет мы с вами растем. И продукты, которые у нас есть, они на самом деле улучшаются. Мы с вами все растем, компания растет, партнеры растут, доходы растут, продукты развиваются, продукты эволюционируют. То, что есть у нас сейчас, нет нигде, вот просто не существует, вот ну не было. Вот представьте себе, да, что есть мир без электричества, а потом появился мир с электричеством. Это два разных мира совершенно. И мы с вами сейчас начинаем жить в новую эпоху, когда мы пытаемся реализовать, и у нас это получается постепенно, шаг за шагом, где-то подкорректировать, где-то подстроить, где-то надо поднадавить, где-то нужно пролоббировать, где-то нужно подождать. Все постепенно строится. И, друзья мои, приглашаю всех на ивент, который будет вот здесь. Я думаю, что вы зарегистрированы уже. Билеты распечатали, храните их под подушкой. И скоро мы с вами увидимся на данном мероприятии. Большое спасибо за ваши комментарии. А Беларусь, хотим Amazon сертификаты. Круто, может быть и появятся. Друзья, смотрю, что вопросы повторяются. Уже, да, мы на максимум ответили. Благодарю за вебинар. Спасибо большое за ваши комментарии. Друзья, мы ровно час, и мы причем посвятили и вопросам на ответы. Вернее, ответам на вопросы.
Скоро будет английский вебинар, мне нужно подготовиться, поэтому, друзья, на этой ноте желаю вам всех благ, удачи, а я снова заработал. Пока!